Как разобрать кнопку, чтобы почистить от грязи? Потому что вот здесь, вот на этих ножках, звонится больше 2 кОм. Уже чпушка не воспринимает ее. Вот так вот она нажимается. Это CNC600, CNC645. На таких чпушках она используется. Она состоит из двух половинок. Ну ладно, сейчас буду разбирать, увидите. Короче, чтобы не погнуть вот эту обойму, нужно снимать вот эту верхнюю крышку. Для этого берем тонкую проволоку, делаем петельку вот такую. Набрасываем петельку на этот выступ и вращающими движениями оттягиваем, упираемся пальцем в кнопку и в то же время тянем за проволоку, как бы разворачиваем палец. Вот щелчок произошел. Разворачиваем на 180 градусов. Тоже зацепляем. Тянем. Блин, защелкнулась эта сторона. А, нет, не защелкнулась. Тянем. Блин, защелкнулась с той стороны. Вот. Все, отщелкнули обе стороны. Теперь вытаскиваем. Вот тут защелки. Вот как раз эта железка за щелками держалась там. Она вот так задвигается. Если дальше, то она защелкнется. Вот, толкатель сняли. Теперь саму кнопку. Чтобы ее вынуть, ее нужно выдвигать. Разгинаем чуть-чуть обойму. Разгинаем с выдвижением. И теперь выталкиваем ее. Вот. В этом направлении толкать надо. Она продолжает зацепляться. Обойма продолжает зацепляться за выступ кнопки. И с этим надо бороться.
Все, кнопку освободили от обоймы. Теперь вот эту беленькую нужно вынуть, она на защелках. Для этого берем обломок ножовочного полотна, затачиваем кончик остреньким. Берем отвертку, жало вставляете вот сюда вот. Полотном подгибаете. Должны быть вот такие вот. Вот так. Такое движение вот вставили. Вот так.